Да я сейчас приду, разберусь, блядь. Илья, меня сейчас увезут на машине. Стоп. Хей, стоп, полисман. Полисман, плиз, стоп. Не-не-не, стоп, you car. Машина, следующая. Don't stop, you car. Да вон я сзади стою, меня штрафуют. Да я бегу. Хей! Вспомнить бы мем какой-то. Ты будешь ломать меня? Да, сейчас. Мистер офицер, why you arrest my brother? Why, what he's doing? Why? What are you doing? What he's doing? Hey, get him free. What the fuck? He's my bro. What the fuck? Скажи, что я заплатил уже. He's paid you. Why are you doing it? You wanna more money, corrupted cop? Don't touch my brother. Don't touch his ass. Why you are touching him? What the fuck are you doing? What the fuck is my brother? I don't give you. Get him in the jail. You motherfuckers. Я просто лягу перед машиной. Что он делает? Что он стреляет в тебя? Но это у них оружие не боевое, короче, понял? Это типа. What are you doing, шокера? Fucking idiots? He's my brother, and I don't give you. No, you don't arrest me. Сейчас, Илья, сейчас он машину откроет, чтобы меня посадить внутрь, садись на водилу и уезжай. Чаще. Попробуй. Погоди, надо встать. Get out from our car now. I'm not get out. He's paid you money. Why you get him in the jail? What are you doing? It's stupid. You are not cops. You are bandits. He stole an ATV. You need to calm down. I stole an ATV and then I paid ticket. Why I still arrested? Back up. Back away from the car. You don't comply, I'll have to shoot you. How do you unescort people? I scroll wheel then cab and there's no. Give him free. What the fuck? I paid ticket. He's paid you. He's my brother. Вон, открыл, слышал? Блять, я не успел. Открыл, давай, пробуй, вот сейчас. Я уже... Уезжай, я! Давай! Мудачок. Я тоже сел! Веди быстрее, я пока... Ты в тачке? Да, я на втором сиденье. Блять, вот это убор. Подожди, это, бля, почему ты не стримишь? Да я стримлю, чувак, я успел запустить стрим. Да не пизди. Да вроде успел, не знаю, записалось или нет, но мы спиздили у копа в тачку. Да едем, да я вообще без сознания лежу, ты это видишь? Я типа. Так ты же сдохнешь, блядь, в любом случае. Я обдолбан, нет, они меня шокером, короче. Давай едем отсюда. Какие-то границы, блядь, я было. Блядь, давай едем отсюда на... Блядь, ты колесо сломал, Илья. Ебать, я едва зацепил. Сука! Вытаскивай меня из машины! Да как я тебя вытащу, говно как! Кстати, вытаскивай меня быстрее! Тут какой-то нигер! Эй, go away, бич! Давай, попробуй сам выйти, я не знаю, как ее открыть. Я не могу, я без сознания. Ты можешь как-то подойти и попробовать понажимать там на тап, там экшен будет. Ай, они блин. Уж едут! Беги, брат! Беги! Давай! Да я понял, чувак. Гони, блять. Гони! Там мусора ебаные, блять. Пока, братишка. Я на втором сиденье сижу, я могу скриншот сделать. Я без сознания сижу. Прости, чувак. Стой! Стоп хир! Стоп за кар, плиз. Стоп за кар. Сейчас я попробую еще раз эту хуйню сделать. Я без сознания сижу, они подъехали, короче. Сейчас, погоди. Да, трансляция шла. Блять, я просто без сознания лежу на втором, он меня успел посадить, короче. Сука, вот урод. Да блин, я едва заделал этот шлагбаум, сраный, я не думал, что колесо лопнет. Чё они там вытащили тебя? Они это, пришли, это сейчас, смотри, смотрят. Ты понаблюдай откуда-нибудь. Да я, блядь, иду, типа, из кустов смотреть. Ну, пусть знает, что проблемная семейка теперь приехала бы. Сука. Он сейчас меня вытаскивать будет. Но я-то без сознания был, я не мог, типа, ничего сделать. Так, если тачка снова откроет, скажи мне. Он в ней сидит. Ага. Он пытается что-то меня, видимо, вытащить. А, вот, меня вытащили из машины, и теперь... А, тот теперь не выходит с сидения, да? С водительского.
Или может быть открыта машина? Вторую я не вижу машину. Я вообще пока ничего не вижу. Ты под... Давай. Не, она закрыта. Беги, он тебя заметил! Беги, беги! Сука. О, меня освободили, Илья. Ну, слава богу. Goodbye, мистер офисер! Он не хочет больше с нами связываться. Bye, мистер полисмен! Сука. Бля. Будет знать, как с чеченцами связываться, мудак, блядь. Он устал просто. Он вернул свою тачку, понял, на место и это. Садись.